Здравствуйте! В 2021 году город Улан-Удэ празднует свой 355-летний юбилей. А знаете ли вы, что нам в Бурятии очень повезло, потому что у нас сохранились дома 200-летней давности постройки. У нас есть все условия для этого. Зимой у нас холодно и сухо, а летом жарко и сухо. В других местах такие дома давно сгнили, а у нас до сих пор живут люди. Дома ставили из 5 сортов дерева, венцы из лиственницы, стены возводили из сосны, кровлю клали из ели, а украшения и кружево делали из кедра и березы. Резные кружева зданий, которые нам кажутся просто украшением, на самом деле несли обереговую функцию. Благодаря им у хозяина в доме и на усадьбе все росло, цвело и плодоносило. Мы с вами находимся на первой улице нашего города. Она тихая. Так выглядел наш город примерно 200 лет назад. Сюда можно прийти и погрузиться в атмосферу старого Верхнеудинска, прогуляться среди деревянных купеческих домов и отведать кухню царских времен.